Здравствуйте, мы приглашаем вас в славный город Саратов, на берега Великой Русской реки Волги. Здесь сегодня на стадионе «Локомотив» саратовский «Сокол» играет с тульским «Арсеналом». Кирилл Большаков 31-й, Шхан Гилоян под 70-м, 76-й. Артем Суханов, Сергей Ткачев 77-й и под 88-м Анатолий Макаров. «Сокол» здесь может прибивать, в том числе и фаворитов. «Арсенал» пока выносит мяч на чужую половину поля. И здесь уже, пожалуйста, готов принять мяч, создать опасную ситуацию. А Коронква дать передачу, возможно, голевой удар. 1-0. Вот так быстро уже на второй минуте тульский «Арсенал» выходит вперед. Отбивается от атаки «Сокола» тульский «Арсенал». Не то чтобы отбивается, да, делают точную передачу. Ну и здесь Джонатан Коронква выдержал паузу. Затем передача на Гилояна. Тому не помешал Данил Казанцев. И счет становится 1-0. Выворачивается Левин. Играет через партнера. Это было красиво. Есть вариант на Коронку. Есть вариант пробить. Штанга. Еще один удар. Посмотрите, какая атака «Арсенала» и как классно Максим Кайнов сыграл. Просто умница Кайнов в этом эпизоде. Попов. Макаров. Направо на Суханова. Дальний удар. Гол! Забивает правый защитник «Арсенала». Артем Суханов. Счет становится 2-0. Попадает штангу сначала Кайнов. Вроде бы уже отбились футболисты «Сокола». Мяч возвращается в зону атаки. Меняют направление атаки футболисты «Арсенала». И, казалось бы, из неочевидной позиции забивает сейчас Суханов. «Сокол» — это команда с характером, именно на характере, да, они вытаскивали многие матчи в начале сезона. Может быть, сегодня мы такое же увидим падение штрафной площади. И арбитр показывает, можно играть дальше. Неплохо подавал Гудков. Коронку, пришедший в собственную штрафную, выбивает. Набирает скорость Гилоян. Гилоян убегает. Убегает Гилоян. Выход 1-1. Может быть. Коронку, удар. Гол. 3-0. Выигрывает «Арсенал». 11-й гол. А Коронку в чемпионате. Ну вот, подача. А Коронку хорошо мяч выбивает. И здесь, конечно, легко довольно Гилоян убегает от Серикова, который ближе даже к мячу находился, но в скорости, конечно, проиграл. Направо неплохо отдавал передачу Галдин. Прострел, и здесь не успевает Данил Юшков. Наверное, самый явный момент был. Ни Юшков, ни Козловский, никто вот этот опаснейший прострел не замкнул. Да, возвращается Козловский, прихрамывает, но продолжит игру. Игрок «Сокола». Звучит финальный свисток. Итак, «Сокол» терпит поражение со счетом 0-3. Уверенная победа «Арсенала». Победа на классе. «Арсенал» продолжает погоню за лидерами. Ну что ж, смотрите лучшую лигу мира на Матч ТВ. С вами был Игорь Катманов. И всем удачи, пока.